предположим. Мне предлагают что-то выбрать, да? Гениально. А, надо почитать, что здесь есть. Так, ну разобрался здесь с некоторыми вещами. Ничего пока убирать, модифицировать не стал. Не понимаю, зачем вот это вот... Да, телепорт, блин, исчезает через некоторое время. Это сплошной идиотизм. Погоди, или я не ставил телепорт отдельный? Я вот не помню уже. Может, локация обновилась. Короче, черт его поймешь. Побежали. Welcome, husband. Чего я сюда приперся? Вопрос хороший. Еще пока купить все равно не смогу. Пошли дальше. Может, покупки можно делать удаленно? А, из открытого инвентаря. Так, этих лучше мочить тогда физическими ударами получается, да? Магическими. Черт, ты его поймешь. По-моему, плевать, какие где удары.
четки. Талисман, да? На который опять же денег не хватает. Так. 1-9 здесь. Овный, шляпа создателя. Надо опять же поближе читать. Не видно не понимаю разницу между этими атаками, вот вообще никак. Ладно, пошли дальше изучать, что прикуплю. На удаленке надо будет читать. Другому здесь не получится. И нам куда надо наверх? Нету, да? Ну, сейчас я почитаю, может, что-нибудь приобрету. Горцуем дальше. Сколько на время-то, кстати, по записи? А, ну, это новая запись, точно. Запутался немного. Приобрел, кому интересно. Так, давай-ка наверх прогуляемся, посмотрим. Thank you.
Да, что в этой игре мне станет скучно, но мне реально скучно. Прям еще лучше есть. Еще один портал, да? Блин, погнали. Здесь у нас, если я правильно понимаю, это специфические такие места, да? Да нет, обычное место. Так, я сейчас в настройки залезу. Может, я могу как-то карту? Ну да, мне это больше понравилось. Так. Вот так вот отдаляем карту. Делаем ее непрозрачной. Понятно. Это видимость красоты и объема была по карте. Не бегать с картой довольно-таки неинтересно. Локация здесь, конечно, жестко похожа. Thank you.
am no beast of burden. Была целая тонна всякой хрени, которая нафиг не нужна. Ну и что здесь особенного? Целая тонна лута, которую я не могу никуда забрать. Прекрасно. И зачем? Я такой вот вопрос. Нафига? Козе баян.
Не, сколько ты его воплощений? Конечно, красивый спецэффект, нечего сказать. Humanity. I must cure this plague before it sickens all of God's creation. It. Длинный лук. I am no beast of burden. В этом задании сколько выполнил? I am no beast of burden. Южный лес. Мы новую область открыли. Какая прелесть. This forest so twisted. I pray that I'm not too late to turn the tide of this corruption. Так, пошли сдадим задание. Давно мы набрали. I thought you were a fool for seeking out Mervale. While we live. Quite the lady killer, aren't you? Hello. The rings that bind grow tighter, the plate thicker, the leather denser, all with a single touch. Надо все читать. Damn me. I didn't think... Stay sharp. Читать я здесь не могу. Ладно, народ, на этом, пожалуй, серию завершу. Я не знаю, как в эту игру вообще играть.
Но тут надо читать. Но мне уже надоело стоять, пялись мордой в монитор. Ей-богу, надоело. Ну, можно потом я, конечно, продолжу в нее играть, но что-то я, блин, знаешь, как-то сомневаюсь. Я не настолько идиот, чтобы подходить близко к монитору, не настолько идиот, чтобы в него пялиться. Я просто знаю, что есть другие игры, но эта игра ничем не отличается пока что на данный момент. А что в ней такого интересного? Локации все похожие, бегают, как ты видишь по карте. Они слишком похожи, они однообразны. Не знаю. В принципе, мне понравилась, конечно, система крафта, система прокачки, но, блин, это все не то. Всем удачи, всем пока.